Приготовьте вкусный коктейль для похудения из кефира и свеклы. Напиток получается вкусным, полезным и очень аппетитным. Напиток из кефира со свеклой отлично подходит для похудения. Кроме отварной свеклы и нежирного кефира, добавьте по вкусу лимонный сок и кубики льда. Все ингредиенты измельчаются в блендере и получается настоящий смузи. А цвет напитка просто восхитительный. Холодный освежающий смузи можете подавать к столу утром на завтрак или в обед, когда захочется перекусить. Самое главное успеть отварить свеклу, остальное готовится быстро. Свекла 150 грамм, отварная. Кефир 350 грамм, нежирный. Лимонный сок 1-2 столовые ложек. Лед по вкусу. Количество порций 2. Подготовьте все ингредиенты. Отварную свеклу очистите от кожуры, натрите на крупной терке. Смешайте в блендере натертую свеклу и нежирный кефир. Выдавите по вкусу лимонный сок. Взбейте компоненты погружным блендером, чтобы получилась консистенция, как смузи. Разлейте напиток в бокалы или чашки, добавьте немного кубиков льда, чтобы охладить такой смузи. Подавайте к столу.